В Гватемале объявлен трехдневный траур по жертвам извержения вулкана Фуэго. Пока известно о 25 погибших, пострадали более 300. Поток лавы спровоцировал пожар в ближайших деревнях. Вулкан выбрасывает пепел на высоту около 10 километров. С самого утра идет эвакуация населения. Нарушено воздушное сообщение, закрыта единственная взлетно-посадочная полоса в международном аэропорту Гватемалы.